Депутаты Совета городского округа рассмотрят предложение о дополнительных мерах поддержки Стерлитамакского троллейбусного управления. Об этом сегодня говорили на совещании по вопросам деятельности предприятия. Подробнее в сюжете. Ежедневно троллейбусы, прежде чем выйти на линию, тщательно проверяются и при необходимости ремонтируются, рассказывает начальник управления. По его словам, на данный момент автопарк считается изношенным на 92%. Основная задача предприятия – это обновление подвижного состава и внедрение новых технологий в обслуживание. Вот с 2008 года мы только живых денег сэкономили порядка 300 миллионов рублей. Посмотрим дальнейшее наше, так сказать, повышение эффективности нашего предприятия. От этого, самое главное, не должен пострадать пассажир. По данным начальника троллейбусного управления, за год троллейбусы перевозят около 20 миллионов пассажиров. На содержание предприятия уходит почти 400 миллионов рублей. 70% на зарплату, 19% на ремонт и 7% на выплату налогов. Чистая прибыль предприятия всего 3%. Себестоимость перевозки составляет 23 рубля. Однако цена за проезд в стерлитамакских троллейбусах не поднималась в течение 3 лет и не превышает 12 рублей. Хотелось бы, чтобы горожане отозвались. Нужны нам троллейбусы или не нужны? А если нужны, как сделать так, чтобы они становились все более, востребованнее, чтобы менее убыточным этот транспорт был? До конца года горсовет рассмотрит возможные меры поддержки троллейбусного предприятия, добавили депутаты. Также отметили, что Стерлитамакское троллейбусное управление, несмотря на трудности, стремится быть современным. Так в троллейбусах началась установка системы безналичной оплаты проезда. Татьяна Захарова, Вадим Яманцаров, Стерлитамак, служба новостей.